Понятно, что по биологии, по метеорологии, по педагогике она начнется не раньше середины марта, только 21-11. Но тем не менее, уже мы видим так называемый слух света, как сказал Пришвин, на улице, и созерцая вот эти работы, мы должны видеть определенные весны, определенные цветы, определенную радость. Это очень благодатная выставка, очень приятно спокойно смотреть. Она вызывает очень приятные ощущения. Лично у меня, но я думаю, что любого другого зрителя. Потому что эти философские вещи с цеплениями, они решены на какой-то чрезмерной, дурацкой, нарочитой для актуальности, они вот именно мудрые. Выставка в нескольких залах, поскольку чуть ли не самый много шума, но если вы придете, то обычно не работает. Например, в 6, то значит будет тема. Опять же, в белом фоне работа смотрится немного иначе, чем на красном. Больше внимания к сущностному, чем включенности, чему-то космических мотивов. Вообще, синий цвет здесь печальный, как будто бы, как сказал, что это Нептун, вот эти всегда вышло далекие планеты, обозначающие движение общества. Какие-то более прямые символы, как крест, сочетаются с позитивный момент, потому что все птицы. Дарина Шукова, это очень приятно. Очень много, я бы говорила, синих работ, синих лиловых, белых. Одна из моих любимых работ, в том зале называется «Белая роза». И вот планет роза отображает. Потому что нормально автор ничего в виду не имеет, а просто создает искусство.